В Тульской области 42 семьи, переселенные из ветхих бараков, получили ключи от новых квартир. Их им вручил временно исполняющий обязанности губернатор Алексей Дюмин и генеральный директор фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицын. Стоимость нового строительства составила порядка 37 миллионов рублей. Алексей Дюмин... Люди, которые жили по 40, по 50 лет в ветхом жилье, даже на каком ветхом, давайте так откровенно, там жить-то особо уже нельзя было. И получают благоустроенные квартиры, вот это самый главный результат. Реализуется не только в индустриальных центрах, а реализуется в глубинке Тульской области. Наверное, это самое главное. Здесь, ну, я не знаю, может быть, жилое строительство и велось, но не такими темпами. Планы, которые намечены президентом страны, они в Тульской области будут выполнены. К сроку, который 1 сентября 2017 года, все оставшиеся более 100 тысяч метров будут переселены. Самое главное, что мы с этого года разобрались со всеми нерадивыми застройщиками. Все объекты, которые у нас простаивали строительные по этой программе, мы их запустили. Мы сейчас строим 44 многоквартирных дома. И в этом году планируем ввести в эксплуатацию 33. Алексей Дюмин отметил, что еще в прошлом году удалось сдвинуть с мертвой точки проблемы недобросовестных застройщиков и запустить строительство на всех приостановленных объектах. Также разработан план реализации программы по строительству новых домов. В 2017 году планируется расселить 100 тысяч квадратных метров ветхого жилья.